гитаре «Бункер». Как всегда, гитара сделана в лучших традициях поганого алкоголизма. Корпус похож на Ибанес, в принципе, таковым и является. Здесь стоит цыганская штучка «Катокс», ДЖБ и 59, что бы это ни значило, туда-сюда, в смысле туда-сюда, крутилка «Джек». И у меня стойкое чувство, что мастер Иосиф был пьян в говнину, когда делал гриф для этой гитары, потому что он забавный. Тем не менее, гитара работает идеально. Здесь есть лаковые колоки с шперцел, и нет, то плоско, обрати внимание. Но несмотря на все это... Гитара не расстраивается, что не может не радовать. В отличие от предыдущего «Бункера», эта гитара мне нравится больше. Ноги мы можем получить интересный чистый звук. Итак, что мы имеем? Эта гитара сделана Иосифом Бункером в каком-то году. Поэтому что? Ты можешь сейчас смело зайти на сайт skiffmusic.ru, посмотреть на нее, нажать кнопку «Оформить заказ», заплатить копейки. И, к тому же, каждый раз перед сном ты можешь отвинчивать головку и класть с собой под подушку. Наверняка так будет лучше. Или... оставляешь ты гитару у себя на студии, идешь домой, думаешь, что все хорошо, а утром ты у себя в кровати обнаруживаешь голову своей гитары. Знаете, мафия, все дела. Ты смотришь так на это и думаешь, а у меня голова-то уже была отрезана. Что, я дурак? Пойду да привинчу обратно. То ли дело, если у тебя цельный кусок дерева. Все, конец. А чё, взял, хоп, и всё, мафиози тебя не берут, понимаешь? Вот за это ты и платишь деньги. Всё, всем рок-н-ролл.